Всем привет! Сегодня переделка рюкзачка. Видео сегодня будет не совсем в том формате, как я обычно снимаю. Оно будет без каких-либо комментариев, просто сам процесс работы. Подобное видео у меня уже есть на канале. Ссылочка появится в правом верхнем углу. Там я делала сумочку для куклы и тоже делала вот такую вот объемную фигурку. Объемный рисунок. Вы можете пройти по ссылочке и посмотреть этот мастер-класс. Клей можно использовать момент кристалл, либо любой другой универсальный. Thank you.
Вот такой вот рюкзачок получился, подарили ему вторую жизнь. Вы можете таким образом декорировать что угодно, обложки на документы, сумки, кошельки, да хоть блокноты. В общем, я показываю идею, а куда ее воплотить, вы уже думайте сами. Принцип пошива такого рюкзачка очень похож на принцип пошива сумочки, которую я показывала недавно. Сейчас ссылочку вы тоже увидите в правом верхнем углу. Единственное, здесь косая бейка, она у нас идет снаружи, а в сумочке мы обрабатывали косой бейкой внутри. То есть швы здесь наружу и обрабатываются беечкой. Когда сшиваете вот эту часть задней, вы просто сразу устанавливаете лямочки и прошиваете все вместе. В общем, если у вас нечего переделывать, вы можете просто сшить такой рюкзачок самостоятельно. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!